Всем привет, с вами Аурум, и это время пришло, это время настало. 999 сундуков у меня прямо сейчас на аккаунте. К концу видоса будет косарь, и это тот самый проект, которого вы очень-очень долго ждали. Ваня вчера запилил видос, где показывал состояние своего аккаунта, пилю ему, собственно, ответочку. Ваня, давай, дерзай, жду у тебя тоже таких цифр, которые будут у меня в конце этого ролика. Ну и, собственно, поговорим сейчас. Когда батл, какой батл, что будет, то есть на протяжении вот этого ролика сейчас все это порешаем. А мне осталось всего лишь, сколько, 56 жетонов для того, чтобы получить косарь сундуков. Для тех, кто не помнит, что это за аккаунт, ребят, это, блин, будет легендарный аккаунт. Такой же есть у Холдика, блин, просто батл 1000 сундуков, я как подумаю об этом, это просто какой-то капец. Короче, на этом аке у меня 6 всего лишь бравлеров. Было открыто что-то там пару боксов за все время, было открыто пару боксов, выбиты чисто вот основные бравлеры. На самом деле даже не ради бравлеров, а ради события по билетикам это все открывалось. Я бы этих бравлеров не открывал, потому что, ну, нужно было события по билетикам взять, чтобы быстрее фармить. И капец, ребята, просто капец. Из них, кстати, у меня только кольт. Я качал кольта, а Холдик качал, по-моему, була. Короче, это будет жестко. Ну что, ребят, погнали? Погнали, что там утонем? Так, собственно, я уже могу, смотри, я уже взял 74 из 100, лол. Так я сейчас футбик, короче, пройду и ГГВП вообще на самом деле. Сейчас буквально 1-2 катки и все. Поехали, поехали. Сейчас на ваших глазах будет создаваться история. На ваших глазах будет создаваться история. Я надеюсь, я все правильно делаю. Не мискликнуть бы. Что хотелось бы сказать касательно батла. Батл будет уже вот в ближайшее время. Из-за того, что карантин, нам все так, блин, все похерило немножечко. Извините за выражение. Этот карантин, то есть реально, ну, было много грандиозных планов. Хотелось сделать что-то особенное. Ну, вы понимаете, да? Я люблю делать какие-то сверхособенные проекты. Но, к сожалению, карантин попутал карты. И не знаю, что получится. Получится что-то этакое. Вы, кстати говоря, можете накидать идей в комментариях, как именно нам с Холдиком сделать битву 1000 сундуков. Я сейчас не буду спойлерить, какие планы вообще были. Ну, чтобы никто их не заюзал. Но... Эй, нет! То мне, короче, даже за проигрыш дадут так что очки. Так что не переживайте, все окей. Я даже могу здесь проиграть абсолютно без проблем. Все равно мне дадут очки. Поэтому накидайте, короче, своих каких-то идей, как нам лучше это сделать. Но по поводу когда, в ближайшие 2 недели подпишитесь, чтобы не пропустить этот грандиозный батл. В ближайшие 2 недели все обязательно, прям 100% будет. Чуть-чуть не побазарим, потому что... Да что ж ты будешь делать? Блин, жестко вообще. Меня что-то разваливают. Сейчас второй гол будет буквально за меньше, чем за минуту. Ребята, что за фигня? Так, итого, сколько мне за поражение дают? 10, 20, я понял, 20. Итого, 94. Так, ребят, еще буквально один проигрыш. Еще один проигрыш, и у меня будет косарь сундуков. Буквально один проигрыш. Не, я постараюсь затащить на самом деле. Или пойдемте в ШД, чтобы более эффектно было, да? Погнали в ШД. Погнали в ШД, короче, будет более эффектно. Там, кстати, блин, в ШД же больше дают. Короче, гоу ШД. Ребзы, сейчас на ваши глаза. Прижимай прямо сейчас лайкосик за этот проект. Сколько времени мы уфигачили в это все дело. Конечно, изначально было все немного динамичнее, но потом мы просто тупо забили, потому что у меня какие-то новые проекты абсолютно сумасшедшие появились. Те же большие сундуки, те же какие-то рубрики с Матвеем и вообще. И в Холдик тоже что-то, короче, что-то не сильно активничал. Поэтому мы подзабили, но параллельненько сундучки здесь все-таки фармились, так что все окей. И сейчас просто будет что-то нечто. Нечто такое, что вы не ожидали. Блин, я уже хочу просто выбить поскорее бы. Поскорее бы. Так. Вот было бы круто топ-1 занять, а? Как вы считаете? Топ-1 в данном ключе было бы просто грандиозно. Ну, типа топ-1, 1000 сундуков. Это было бы очень кстати.
ультубы. Есть ульта. Есть. Так, у челика нет ульты. Ребят, потно. 6. Можно я посижу в кустах? Я боюсь сюда идти. Так, ладно, я посижу в этом кустике пока, потому что я, серьезно, я очень сильно боюсь. Да ладно тебе, умри! Да что? Что? Я бы офигел сейчас. Сейчас меня убьют, да? Нет. Тихо. Есть. Бул! Да ладно! Да! Топ-1! Тупо топ-1! Косарь сундуковый топ-1! Блин, я даже поверить не могу! Я занял топ-1 на косаре сундуков! Я не знаю, почему это так круто, но я просто делал все в том, что когда я начинал эту катку, я не думал о том, что я займу топ-1. У меня, ну, я типа хотел, конечно, но не было такого, прям, такой веры в себя. Сами видели, меня чуть не убило Шелли в самом начале. Ну что? Вы готовы? Ребят, вот прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь, все, кто... Ну, это от вот этой маленькой идеи, которую нам казалось, что это невозможно. В самом начале мы такие, типа, да давай замутим, что получится, то получится. И сейчас уже финал, вот она, финалочка. Буквально на следующей неделе мы по-любому запишем, и через неделю мы точно выложим. То есть в течение 2 ближайших недель... Все, короче, будет сделано. Поэтому прожми прямо сейчас лайк и подписка. Это лучшая поддержка от тебя, братан, прямо сейчас. Звездный жетон. И обычных жетонов даже больше, чем, ну, 68. Лол, нужно было сразу в ШД играть. Да! Косарь, чувак, ты выкупаешь. Холдик, давай уже, блин, догоняй. Кстати, можно даже 1001 сделать, но ладно, я этого, конечно, делать не буду. Не, ну для эффекта, конечно, можно было бы 1001, короче, бахнуть. Тут вообще понт остался. Мне, кстати, новое событие открыть, и будет топ-1. Блин, ребят, это, короче, вообще грандиозно. Не, это не соревнование, но я сейчас все-таки косарь-1 сделаю, просто чтобы было красиво. Единичка, 2-0, единичка. Вот, но, блин, это просто офигенно. Я не верю, что у меня сейчас аккаунт, батл, 1к сундуков, который еще несколько месяцев назад мы фигачили, и уже косарь кубков. Я просто в шоке. Давайте просто еще одну каточку бахнем, чтобы у нас было единичка 001, чтобы просто, вот, просто для перфекционистов. А, дело все в том, что в свое время Паша Шампанов делал 1000 сундуков, и, конечно же, но батла не делал еще никто. Эта тема не новая, очевидно, но батла еще никто не делал, и, о, это будет кайфово. Чувак, согласись. Плюс, я думаю, что многие еще писали, что вот, круто, короче, там Аурум, Вес, Холдик еще и на таком проекте. Да, финалочка будет знатная, так что запасись еще чуть-чуть терпения, потому что я выкупаю, как много людей мне постоянно на стримах писали. Типа, когда же финалка, сколько можно, вы подзатянули проект. Ну и правда, мы его действительно подзатянули, его можно было раньше закончить. Справедливости ради, если бы напрячься, можно было раньше закончить. Но карантин, блин, у меня, в моем случае, карантин все абсолютно порешал. Плюс какая-то такая меланхолия, не особо что-то хотелось. Ну вот как Ваня говорил, что типа лень там туда-сюда. Я бы назвал это не так ленью, как расстановкой приоритетов. Просто хотелось сделать что-то другое, заниматься чем-то другим параллельно. Но когда я понял, что мы на финишной прямой, то, конечно же, нужно уже было вальнуть. И мы вальнули. Единственный момент у меня будет 1001, Ваня тоже возьми 1001, будет 1001 сундук против 1001, вот. Короче,
Короче, ребят, напишите, накидайте своих идей. Возможно, у вас реально есть какие-то спешл идеи, как это можно зафигачить получше. Ха, Шелли в западне. Опа, не все равно не ушла. Я хочу опять туп один. Если серьезно, мне хочется просто проверить, блин. Тогда это прям фартовость такая дикая была, или я реально могу туп один и брать? О, воробушек, здорово. Здорово, воробей. Да, блин, 6 челиков, а я уже здесь. Офигеть. Пока мне дико фартит, но это все. Блин, все. Все, пацаны. Ну плюсовые кубки ж, да, хоть? Ладно, все, ребзы, все, наигрался, давно не играл. Батл сундуков, плюс 6 кубасиков, ну и, собственно, 44. Это значит, у меня 1001 сундук. Немного испортил стату, но мне так больше нравится. 1001 сундук, это прям 1-2-0-1. Это просто больше делал только я не знаю кто. Не, был один челик, помните, он там вообще неменяемое количество нафигачил, но это круто. Все, ребзы, всех обнял. Топ-1 я взял, 1001 сундук я взял. Перфекционист во мне будет жить. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал. Ваня, что там? Давай, что там? Давай порешаем. Давай забатлим, а? Давай сделаем что-то, пушку. Давай сделаем историю. Давай, пацаны, а вы нас поддержите. Мы с Ваней батлим, вы нас поддерживаете. Вот она, вот он, простой алгоритм. Да, кстати, я еще заметил, что здесь не введен код Аурума. Он точно будет введен на момент открытия сундуков. Я и холдика заставлю ввести код Аурум. Все, ребят, всех обнял, пока.